Агент, необходимо отыскать в парке Хайлайн камеры наблюдения и починить их. Они мне нужны для подготовки к новым пробам. Нет, ну понятно, что сейчас у нас есть заботы и поважнее, но просто лично для меня. Плюс общественная польза и все такое. Конец связи. Груз обнаружен. Передаю координаты.
ранее обновлен. Активируем реле. Местная электросеть подключена. Данные задания. Активируй дополнительное реле. Местная электросеть подключена. Отличная работа. Мы тебе признательны. Кстати, наши костюмеры собаку съели на том, как лучше одеваться спецагенту. Так что если тебе понадобятся советы по стилю, обращайся.
аптеке. Держи бушел так, как будто сейчас выстрелишь. Все отдадут. Данные просканированы. Загрузка. У меня немного странная просьба, агент. Я бы не хотела отвлекать людей на посторонние задачи, но... Если встретишь музыканта по имени Хезер Лау, пожалуйста, отведи ее на базу. Или, если до этого дойдет, скажи мне, где она. Она моя сестра, и она куда-то пропала. Последний раз ее видели в лагере у волноломов, в том, которого больше не существует. Рядом с вами находится эхозапись. Давай отдадим рыбные палочки. Ну пойми, пожалуйста, они нам самим нужны. Но я все равно не люблю рыбные палочки. Черт, Фэй дала мне рацию, а я ее дома забыла. Давай сделаем глубокий вдох. Рядом с вами находится эхозапись. Давай.
Давай, давай. Чё, да у тебя все кругом враги? У меня просто нет слов. Все теперь только о себе думают, не то что ты. Обнаружен активный эхо-маяк. Настал мой час, ёпта.
Че нам торчать на морозе, пока ты все себе загробастаешь? Ах, чертова холодрыга. Заткнитесь и следите за переулком. Фей, это Хезер. Слава богу, ты так за себя волновалась. Где ты? Ты в порядке? Я забыла рацию в квартире. Но все нормально. Правда, пришлось разбить гитару о башку одного урода. Оперативно вы работаете. Ну что, пойдем отсюда? Скажу честно, агент. Я тебе признательна. Очень признательна. Я вышлю за ней патруль, но... прямо скажем, я перед тобой в долгу. В большом долгу. Я не знаю, как тебя благодарить. Ладно, я буду на связи.